Сегодня модные бутики, магазины и салоны – это не просто место, куда люди приходят за дорогими товарами и качественными услугами. Ко всему этому в идеальном варианте должен прилагаться и высококлассный сервис, а это прежде всего подготовленные кадры. Об этом все чаще задумываются владельцы салонов и модных магазинов в нашем городе. А потому на семинаре «Психология работы с клиентом» собралось немало специалистов в области моды – сотрудников бутиков, салонов красоты и частно практикующих имидж-консультантов. Ведущая семинара Наталья Воронова, магистр социологии, специалист в области психологии имиджа, практикующий консультант и тренер. Владельцы, руководители салонов красоты, уровня бизнес и люкс-классов, они понимают необходимость в том, чтобы иметь индивидуализированный подход к своим клиентам. И они озабочены тем, чтобы их специалисты владели приемами и навыками работы индивидуально с клиентом. А чтобы привлечь этих клиентов, необходимо вложить свои усилия, свою энергию в том, чтобы привлечь новых клиентов, а главное сохранить тех, кто к ним пришли. Традиционное понимание сервиса также меняется. Распространенное утверждение «клиент всегда прав» современные психологи подвергают сомнению. Считается, что конфликты лучше всего не откладывать в долгий ящик, а выяснять, что называется, на месте, и тем самым находить пути решения проблемы. К тому же требования к сервису возрастают с каждым годом. Клиенты, безусловно, стали более требовательны. Они больше знают, чем знали раньше, больше понимают, чем понимали раньше. И, соответственно, больше требуют от специалистов, в том числе в области сервиса, в области обслуживания, внимания и заботы. Культура клиента, она меняется, она растет. И клиенты, даже приходя в эконом-класс, в салон, в парикмахерскую, они хотят получить достойное обслуживание, достойное внимание к себе, к своей персоне. В общем, у челябинских работников фэшн-индустрии есть возможность получать новые знания. Уже на этих выходных в нашем городе пройдет семинар «Иконы стиля» практикующего имидж-стилиста, консультанта политиков и звезд шоу-бизнеса Жанны Дубска. А в конце апреля серию семинаров проведет доктор наук, имидж-дизайнер и аналитик моды Константин Богомолов, руководитель Богомолов Image School.